Одесса во время объявления воздушной тревоги было очень неспокойно, так как объявляли, что и ракеты летят на нас. Также в небе была авиация. Было очень громко и шумно. Потом передавали, значит, в одном источнике на телеграм-канале было сообщено то, что в небе над областью, над городом наблюдается активность вражеских беспилотников. В другом источнике в телеграм-канале то, что это наши дроны летают. Потом объявили, что сбили один беспилотник, потом второй беспилотник сбили. Ну, опять же таки, да, как бы идет разногласие. Если это были наши, зачем их сбивать? Ну, в общем, не знаю, но вроде как два беспилотника сбили. И сразу дали потом отбой тревоги. Будем ждать официальную информацию. Я желаю всем спокойной ночи. Берегите себя.